Всем приветики! Сегодня мы распакуем очередную посылочку с сайта Net-a-Porter, которая приобретена по распродаже. На Net-a-Porter в этом году просто безумно шикарные распродажи. И так вот это все выглядит. Посмотрим. Здесь накладные. И очень приятная красная коробочка. Это должны быть туфли от Roger Vuillet. И посмотрим, что у нас здесь. Та-та-та-та-там! Ага. Оп. Посмотрим. Так, коробочки сейчас все всегда очень плотно запакованы, что очень приятно. Во время доставки ничего не будет с вашими прекрасными туфельками. Ох, какая красота. Упаковано безумно красиво. Это не первая моя покупка от Roger Vuillet. Угу. Ох, как аккуратно все запаковано. Ай-ай-ай. Вах. Посмотрим, что у нас здесь. Обалдеть. Это нереально красиво. Я ожидала проще увидеть. Просто намного проще. Боже мой. Какая красота. Это невероятно, просто невероятно красиво. Так, размер, который нужен, который заказан. И посмотрим вторую. Туфли на невысоком каблучке. Я просто испытывала глубочайшую необходимость в туфлях на невысоком каблучке на вечер. И в каком-нибудь таком ярком цвете под розовый костюм. Их. Вот такая красота, безумная красота, просто невероятно. Тапки принцессы. Итак, сегодня нам с вами безумно повезло. Мы смотрим туфли от мастера-дизайнера Roger Vuillet. Это французский мастер, который в свое время сотрудничал с такими огромными, великими домами моды, как Dior, Saint-Laurent, Schiaparelli. Это туфли Roger Vuillet Flower Crystal Embellished Satin Pumps. Прошу заранее за мой английский, я не носитель языка, учила его 100 лет назад. Согласна, пора подтягивать, пора. Туфли полностью из атласа. Как вы видите, каблук также обтянут атласом. Все они полностью обтянуты вокруг атласом, и внутри стелечка также из атласа. На некоторых сайтах материал указан как шелк, на некоторых сайтах материал указан как сатин, на некоторых атлас. В принципе, сатин переводится как атлас. Такая пряжка, безумно красиво. Цвет названия пурпурный атлас, очень красивое название, пурпурный атлас. Внутри стелечка, не стелечка, прошу прощения, подклад кожа. И подошва, конечно же, кожа. Скорее всего, на эти туфли я профилактику делать не буду, так как побоюсь, чтобы не уделали мне материал. Этого я очень боюсь, даже в хорошей мастерской. Здесь логотип тоже полностью из кожи нанесен золотыми буквами. Производство Италия. Здесь указано. Размер для меня, так, размер 39,5. На сайте размер указан тоже как 39,5 итальянский. Указано брать размер в размер. Я с этим полностью соглашусь. Туфли мне идеально подходят по размеру. Просто шикарно. Садится ножка, просто засыпает в них. Данные туфли это, конечно, уже роскошь. Так как туфли из ткани вы довольно нечасто сможете одеть. Ну, по нашим дорогам я уже говорила неоднократно. Из таких материалов сложно носить, очень грязно, очень пыльно. Материал чистить можно только вручную и только без применения каких-то чистящих средств. Это очень строго. Roger Vuillet – это настолько шикарный мастер, что в свое время он обувал саму Елизавету II, королеву. То есть, представляете, вы можете сейчас, в наши времена, носить туфли, созданные для самой королевы. Это просто невероятно. Это очень приятно. Но у нас с вами есть возможность сочетать их с джинсами, с пиджаком.
с дорогим красивым платьем, либо обыграть любое другое платье, оно заиграет, образ заиграет сразу же, просто от того, что вы надели такие великолепные туфли. Итак, сейчас мы произведем традиционно с вами замеры и начнем с каблучка. Прикладываю к самому верху каблучка, так, и вниз. У меня получается 7,2 сантиметра. На сайте каблук для, не указано какого размера на Net-a-Porter, написано 6,5 сантиметров, чуть выше. Даже если мы немного вычтем 5 миллиметров традиционно, то 7 сантиметров чистых у нас с вами остается. Это очень удобный и очень приемлемый каблук, я считаю. Итак, произведем замер стельки. Отступаем 1,5 сантиметра для пальчика. И получаем 25,5 сантиметра. Это с учетом вычета для пальчиков. Носочек узкий, 1,5 сантиметра обязательно вычитаем. И сейчас произведем замеры ширины стельки. Примерно точно 7,5 сантиметров в самом широком месте. Но несмотря на это, нога у меня широкая. И нога помещается вполне себе в данные туфли. Я предполагаю, что они еще немножечко раздадутся и подтянутся. У тканевых туфель такое тоже случается. Колодка безумно удобная. Очень удобная колодка. Вместе с туфлями в коробке у нас идет эта инструкция. Здесь указано о том, как можно чистить и как нельзя чистить, ухаживать за данной моделью туфель. Набоечки. Мешочек, конечно, умопомрачительно милый. Просто невероятно милый мешочек. Хочется еще куда-нибудь чего-нибудь в нем потаскать обязательно. Невероятная красота. Один пыльник. Атлас очень приятный на ощупь, просто невероятно. Но туфли приятнее. Сшит очень качественно. Пыльник один. Он всегда лежит сверху, просто в коробке. Сами туфли упакованы вот в такие пыльнички. Что-то типа одноразовых пыльничков. Индивидуально каждая туфля.